С 25 июня в микрорайоне «Солнечный» запустят социальный транспорт. Маршрутные такси начнут курсировать от улицы 40 лет Победы до Спортивной, вниз через улицу Мацнева, Ленинградскую, и будут бесплатно перевозить пенсионеров до троллейбусной остановки. При обсуждении с главой государственной администрации данной проблемы был выработан временный механизм передвижения маршрутных такси, начиная с улицы 40 лет Победы по улице Мацнева, Ленинградская, для пенсионеров на бесплатной основе. В микрорайоне «Солнечный» проживают около 10 тысяч человек. С 1995 года здесь запустили троллейбусный маршрут номер один, но верхний БАМ остался без электротранспорта. В перспективе планируют запустить троллейбус по улице Мацнева и Ленинградской. Пока для удобства льготников организовали специальный маршрут. Жители микрорайона «Солнечный» ко мне, как депутату Верховного Совета, обращались неоднократно. Мы даже составляли программу фонда наказов избирателей в части строительства троллейбусной линии по улице Мацнева и Ленинградская. В плане развития троллейбусной сети данные мероприятия заложены, но в связи с отсутствием финансовых ресурсов строительство троллейбусной линии запланировано на 2019-2020 года. Данный маршрут будет работать без выходных. График движения определят в процессе работы. Интервал движения 30 минут.